правительстве Свердловской области обсудили реализацию мер поддержки граждан и предпринимателей, которые накануне озвучил Владимир Путин. В первую очередь помощь получат предприятия малого и среднего бизнеса. Я поручаю правительству области оказать необходимое содействие предприятиям в получении федеральных средств. Также президент заявил о выделении дополнительно 200 миллиардов рублей в качестве финансовой помощи регионам. Министерству финансов Свердловской области оперативно необходимо провести работу, подготовить пакет документов на получение бюджетной поддержки. Представители малого и среднего бизнеса теперь могут обратиться к правительству за безвозмездной финансовой поддержкой на решение самых важных задач, в том числе выплату зарплаты сотрудникам. В апреле и мае каждый сотрудник получит 12 310 рублей. Главное, чтобы на 1 апреля в компании было сохранено 90% работников. В Первоуральске на сегодняшний день зарегистрировано 138 предприятий малого и среднего бизнеса. Помимо этого, президент сообщил о дополнительной финансовой помощи регионам в 200 миллиардов рублей. Эти средства можно будет направить на зарплату бюджетникам, поддержку бизнеса и населения. Для представителей крупных и средних предприятий правительство разработало новый беспроцентный кредит. С его помощью компании смогут сохранить рабочие места.